Доброе утро всем. Наконец-то ветер стих. Так, слегонца еще есть, но уже и потеплее, кажется, без ветра. Вот. Я посмотрю, сколько градусов у нас. 10 градусов. Да, нет, 11 градусов. Угу. Видите, утром сейчас где-то около 7. Так что проверим наши посадочки. Вот опять ленточка там отлетела у картофеля. Сейчас надо подправить. Вот. А видите, я убрала укромной материал. И все выправилось. Но еще не везде. Я имею в виду севок повыправился. Он был у меня прижат из-за материала. Сейчас уже повыправляется. Вот. Это у меня в середине редисочка. А на этом краю у меня шпинат. А с того края укропчик. Он тоже торчит. Маленькие волосики. Вот. И там в конце я посеяла еще салатик. Немного. Вот. Надо еще сейчас проверить капустку, что там она живая, нет. Может, все-таки какая-то и подвяла. Конечно, от ветра порастрепало немножко тепличку. Но был такой ветер ужасный, то ведь вообще. А что там? Надо поливать сейчас капусту. То она у меня завянет. Вот. Вот эти края вот так вот натягиваю. Даже, видите, сильный ветер. И то выдержала. Вот. Слива наша новая. Видите уже какие листочки. Молоденькие, красивые. Вот, в общем, салатик. Вот. Тут вот и тут вот на краешке. Немного. На картошке ленточки туда-сюда. Ну, потому что такой ветер был. Смотрю, что с клубничкой вчера же так трепало, все трепало. Вот видите, повыпало, потому как еще она не разрослась, клубника. И нечем зафиксировать был этот материал, так как мы только послали его. Я сейчас все подправлю, все выправлю, поднатяну опять. Вот. Видите, уже цветет. Это вот, которую я под осень садила, от мамы привозила. Вот. Сейчас цветет. Вот, надо все эти вот плохие листья убрать, кстати. Они тут не нужны. Ой, божья коровка. Смотрите. Не видно. Вот, вот она. Еще даже у нее нет черточек черных. Вот. В общем, сейчас я все ее поправлю. Вот это вот что такое? У меня помощница бегает, и вот без нее я бы тут ничего не сделала. Масяж, давай отходи, мне надо показать, что у нас с клубничкой. Я тебе потом поглажу, мать. Вот смотрите, она лапка меня трогает, просит, чтобы я ее гладила. Мать.
Все? Хорошо. Давай дальше дела делать. Посмотрите, что творит. Ну, надо ее гладить, и все, бесперестанно причем. Вот. В общем, я проверила, на всей клубничке цветочки есть. Где-то просто поменьше, где-то побольше. Вот. Так что вот эта клубничка у меня отросла. Сейчас я все подправлю. Потому что из-за ветра все выехало. Чтобы она росла. Ну вот, в общем, наша вишня. Это находится за фасадом дома. Перед дорогой. Вот она уже распустилась. И здесь еще есть сирень. Вот, тоже набирает цвет. В том году эта сирень не цвела вообще. Не знаю, как раньше, а в том году она не цвела. Вот. Люблю сирень, но мне не нравится, знаете что? От нее очень много поросли. Прямо вот под всеми. Куда с ней деваться? Ну вот, в общем, поставили мы и вторую, продлили. Теперь у нас до конца грядки есть. В общем, смотрите, мы в этой тепличке вот, решили вот так вот одеть резиночки, чтобы вот эти не выскакивали. Это вот старый шланг. Нарезали на кусочки, здесь вот прорезь. Так вот защелкивается сюда, чтобы это вот не ездило. Потому что вчера был сильный ветер. И у нас немного вот эти низа посъехали, а мы их вот сейчас прижали. У нас погода опять испортилась. Опять тучи ходят. И дождик так периодически накрапывает. Вот. Вишня уже хорошо распустилась. Съездили, мы купили еще ленточку, взяли даже две по 100 метров, то есть, в общем, 100 метров стоит 350 рублей. Почему мы взяли с запасом? Потому что, как нам продавец сказал, сейчас поставок больше не будет, в ближайшее время вообще. Мы поэтому взяли две по 100 метров, то есть 200 метров получается. Сейчас вот эту вот натянули на капусту, а эту оставим, может, до следующего года. Газончик, смотрите, как у меня подрос, а тут так и нет, так и не видно его. Вот начали делать навес для огурцов. Сейчас пока закрепили вот эти столбенки. Вот, в общем, такой системой. Два колышка в землю вбиваются и привариваются. Теперь нужно будет залить раствором. Вот завтра это все застынет. Завтра будем доделывать. Вот, в общем, я собираю остатки тут у нас. И бетон, и кирпичики. Вот, засыпаем туда и перекладываем с цементом. Такого мусора у нас много. Ну вот, в общем, столбенки мы залили. Теперь до завтра. Они застынут. Вот, а завтра доделаем уже вверх. Все вымерем. Ну вот, к Пасхе мы уже приготовились.
А я вас тоже хочу сразу поздравить. Мира и добра, главное здоровье. Берегите себя и своих близких.